Анна, добрый день. Расскажите, пожалуйста, с каким продуктом вы приехали на выставку World Food? Здравствуйте. Мы обычно приезжаем с нашим товаром-паровозом. Это сбитень. Редко кто из русских людей может ответить на этот вопрос, но я сейчас расскажу, еще раз в массы внесу. Сбитень – это концентрированный напиток из трав, пряностей и натурального меда. Раньше, в средние века, его пили и простые люди-крестьяне, и при дворцах его варили. То есть это массовый такой продукт, который мы сейчас хотим ввести и возродить, то есть сохранением традиций и натурального вкуса. Он алкогольный? Нет, он не алкогольный, но при наличии дома красного сухого вина вы можете из него сделать прекрасный глинтвейн, потому что это база для глинтвейна. Вот, а так это безалкогольный чистый продукт, которого можно употреблять 0+. То есть детишкам никаких противопоказаний он не имеет, кроме какой-то индивидуальной непереносимости. Наоборот, это польза, здоровье, это природные натуральные травы, мед, все ингредиенты. География сырья – это наша, русская. А где находится ваше производство и как вы на данный момент реализуете ваш товар? Производство находится в Псковской области, это северо-запад России, и мы реализуем, конечно, по всей России. У нас есть на сайте свой интернет-магазин, а также мы входим в сети, работаем с сетями, с крупным ритейлом, ну и со всеми, кто хочет продавать. Это из серии здорового, правильного питания продукт, который можно любому продавцу продавать, кто хочет это делать. Анна, заключительный вопрос. Какие цели вы перед собой ставите на этой выставке? Ну, это, естественно, расширение рынка, да, это поиск новых партнеров, и немаловажно, мы еще никогда не выходили на экспорт, но это в наших планах, и я надеюсь, что выставка нам поспособствует этому. Да. Анна, спасибо вам огромное, а вы пейте сбитень. Вот я, кстати, даже не знала на существование такого напитка. Сейчас хочу. Спасибо.